И в продолжении темы экологии. Выпускники лицея номер 1 приняли участие в экологической акции. На территории школы они высадили вишневый сад. Подробности в материале Анны Монастыренко. В следующем 2018 году лицей номер 1 навсегда покинут более 50 выпускников. Для того, чтобы оставить о себе добрую память, они решили на территории школы высадить сад. Но не простой, а вишневый, как у Антона Павловича Чехова. Администрация школы такую инициативу с удовольствием поддержала. Нынешние 11-классники, они оставили в подарок школе этот вишневый сад. Закладка сегодня произошла. Я думаю, это хорошая традиция. Когда-то в эту школу придут их дети, а может и внуки. Они будут говорить о том, что вот эти вишневые замечательные деревья – это посажены ими. Поэтому пусть первая школа прославится еще тем, что в этой школе есть вишневый сад. Вооружившись лопатами, 11-классники с энтузиазмом взялись за дело. Не прошло и получаса, как на учебно-опытном участке лицея номер 1 появилась новая аллея вишневых деревьев. Так как всем известно, сейчас идет год экологии, год озеленения школ, детских садов, парков, поэтому мы бы хотели задействовать и свои силы в данных акциях. В лицее уже есть и березово-рябиновая аллея. Ее в далеком 1975 году также посадили выпускники. Теперь здесь появится и свой вишневый сад. Анна Монастыренко, Александр Костицын, Константин Монастыренко, программа «События».